Приветствую вас, дамы и господа, еще одни хайлайты на канале залетают. Это хайлайты битвы Ван Вин против команды Спирит. Ван Вин, если кто не в курсе, это Клим Санычи. И теперь катают они по тегам Ван Вин. Всем приятного просмотра, не забывайте написать комментарий из 7 слов для продвижения видео. И также не забывайте поставить лайкус на трансляцию. Рунки забраны, варды поставлены, поэтому команды готовы занимать свои позиции на линиях. Мир смещается под верхний лайн. Кстати, у Тэча сейчас есть как раз-таки подврывы. В теории под какой-то разгон прайм-убийства может быть какая-то небольшая инициация. Кстати, снизу тоже у нас линия такая получается весьма разминающая. Там у нас стоит Мипошка на пару Сеторо. Это Герокоптер и Нага против линии Тайтхантера. В центре битва у нас Ларри против Чира Джуни. Как мы видим, вот такие вот лайнапы парни себе по итогу организовали. Кто в этом матче у нас будет главной звездой? Ну, наверное, либо Сеторо, либо Ларри. Я еще не определился, кого поставлю на картинку этого видео. Будем уже по игре просматривать. Агрессия пошла на верхней линии. Да, слушай, разгоняется прямо убийц. И вот то, что мы с вами обсуждали ранее, оно и происходит на верхней линии, просто чутка позже. И это минус керри героя парней из команды Клим Саныч. Досадно получается. В это время спается Эвенш на центральной линии. Набивает дэмэдж по Ларри. Ларри там пока подтосывает, накидывает по нему. Тут еще и станчика через Лешрака. Дэмэдж пытается подвести максимально много. Есть в это время раскастовочки дополнительные по этому молодому человеку. И киниты происходят на экране. Еще немножко дэмэджа подушатывают у нас под баражами. Но тут уже вроде бы никого не убивают. 3-5 на экране в этой битве. Варды под возвышенность были поставлены. Немножко их ломают здесь парни с команды Спирит. Но смещают сюда Ван Вин, насыпает Эвенш, насыпает бревно, пробивает мир, и мир пока живет, пробивает респекты, проблемы большие у Кристал Мейден, пробивает эту белую волчицу, разваливается мир, смещается неплохо Чира Джуниор в замес и вырубает еще одного, даблкил. Готов в это время для Лешрака и размен 2 в 1 в плюс для парней из команды Ван Вин. Под пуштавером на центральной позиции у нас происходит тем временем, пошла под задубочную комбинацию, накидывает дэмэдж, пробивает Мипошку, Мипошка вырубается с экрана до минус, распрыгивается течка, подносит дэмэджа, пробивает там еще и Чир, Чира падает минус готов. Киллинспри на экране, долбят нормально, вдалбливает Свиден стронка и даблкилл забирает себе Ларри тем временем. В центре прыжок прям в лицо победному Свидену, накрывает его здесь баражами, лагунами и так далее. Это минус и 9-й фраг для команды драконов. Драконы еще и планируют подпушить тавер на центральном коридоре, но правда Чира и Глиф немножко этому мешают. Смещаются у нас Климы немножко под центральную линию, ну и также еще Цемка занимается тем, чтобы варды расставить в более глубоких позициях. Все же 10-й фраг себе зарабатывают раньше парни из команды драконов. Ну а в это время вскрывают верхней линии Свиден Стронга, минус готов. Там запускают много кнопок, чтобы еще крипо поломать. При этом было бы классно тавр уронить, но, к сожалению, крипы далековато находятся. Хотя тут позицию леса прям очень активно занимают драконы. Там Нага через иллюзии все это дело себе контролирует, расставляет и так далее. Кстати, снизу очень агрессивно Клауд пока в одиночку все это дело отпушивает. А там как бы два героя команды Спирит, но они как бы тоже инфой не обладают. Варды как раз таки в этой позиции у Климов, поэтому агрессия не происходит. Смещение, смокак, уже там мины пунктирует, подкатывает Чир на хаграунд, подрывается немножко на минах Тэтчеса, запускается стан неплохой, гаш, промывает бедного Эмиру, Мира пытается уйти в рошпит, но там он не выживает, Тарашана там нет, поэтому не задонается, поэтому просто догорает Мира в конце концов. Вылазка, кстати, там встреча пошла, там уже так на кого-то нападают, поймает, пробили Ларри, тем временем Ларри активизирует блокинвар, заканчивается мана, КПшки тоже маловато, тэп-аут он уже прожимает, Мипошке, правда, так не повезет, по КПшке тэп-аута у него нет, и вот тут всеми стволами лупят во все щели и подбивает ему все пропеллеры, это минус. В центре, кстати, тоже комбинация, а нет, там иллюзия, все в порядке. Перемещение от Ятору, нападает пока своими иллюзиями на своего оппонента, при этом у нас тут в принципе может быть даже глобальный тимфайт такой, 5 на 5 чисто драчка, махачка запускается, рывак от тентакли прощупали мункуши, пал в таверну, есть дэмэдж, пожалуй, там еще у нас из виду нападает респект, дабл кью для Ларри и все-таки парни из команды Клим Саныч выгребают в этом файте, еще и потратив очень важный ультимейт под названием Ревэдж. Бом! Взрывается тут под ногами Тини бомба. Рассыпается щебенка, закидывается Тос, пытается уйти, получает ракету, пытается жить, выживает, но нет, подъезжает Ларри, Ларри таких не отпускает, мегакил готов, долбят нормально бедную волчицу и жахнули волка в пятером. В четвером, сори. Прожимается Сон, от Ятору, Ревэдж сразу нажимается после окончания сна, подъезжает фокус фарм, неплохо кромсает Ларри, Ларри большие проблемы, спускает на лагуну, но падает все-таки Ларри здесь в замесе. Нага у нас, кстати, пока вперед улетела прям далеко по нетворцу, 19 по нетворцу, это вам не шутка, ракета провожает Чиру, Чира ее ловит, но дальше агрессия от команды драконов не происходит. Блинк наперед, напрыгивается Свиден Стронг, запускает пока свои
Комбинация насыпали, те насыпают по мипошке, падает гирокоптер. Ну, это суппорт, поэтому ничего страшного. В это время Романситы пока уворачивается через верхнюю часть карты, отступает в сторону, где появляется руна мудрости, и улетает прочь на телепортации. 19-15, но 9 капель фарма за драконами. Ну, огромный у нас, кстати, в этом матче Лина получилась. 22 левела он уже играет, и всего 19 уровня, кстати, у Аятора. Но Лина все-таки у нас в разы больше принимает участие в файтах, а Аятора больше крипочков долбит. И надолбил себе уже 600, нифига себе, 634 крипа у него убито, ни хрена себе. 835 золота в минуту он добывает этой карте. Ну, убили, уничтожили в это время правил беста, поэтому, наверное, парням из команды Спирит лучше отходить, при том, что на виндране подлетает Мункуш, пытается догнать своего оппонента, но спириты грамотно отступают и не позволяют себя поймать. У нас нечто намечается около центральной линии. Дабл дэмэдж активизирует себе там пока Лари, запускается рэвэдж комбинация, тентакли прощупывает, пробивают здесь у нас Ятор, Ятор упал минус готов, есть доминатик на экране, пробивает дэмэджем там еще и Аегис, Аегис выбит, но главное то, что падает Ятору, Ятор упал с байбеком, но купаться максимально лень, потому что 29 канатворца тратит сейчас байбек. Ну, не прикольно, дорого и долго будет в таверне. Пробивает Ларри. Ларри пока отступает и прожимается на него там еще и дебафы всякие. Тайзер немножко его подсейвил. Выскакивает Ларри на хаграунд, пытается уйти телепортации. И успевает Свиден Стронг. Перехватывает Лину. Минус 2 кор героя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень серьезный фит. Вот парней из команды Спирит происходит на экране. Минка полетела под респект. Она пока скидывает свои кавуны. Тайхантер немножко арбузные. Арбузный взрыв от него произошел. Накидывая демоджа течка, залетает на хаграунд. Подлетает Ятора, кромсает Клауда. Клауда там неплохо подразмяли, но пока нужна бы подмога какая-то для этого парня. Кстати, его фокусят, подвязывают минус. Да ладно, опять падает Ятора. 29 тысяч на твор ставерну. Мункуша прям хорош на своей верочке. Нарезает как надо. Еще и минус мира тем временем. И даблкил для Мункуши. Вылазка. О, встреча пошла. Лобовая атака происходит на экране. Тентакли прям вплотную влетают по героям команды драконов. Разваливают одного, но надо бы еще кого-то поломать. Прожимается сон, напиливает демажа Ларри. Ларри делает очень больно, но Тайдхантер живет. И Тайдхантер не живет, потому что Тетчис его не отпускает. Очень борзо на хаграунд залетают парни из команды Климсаныч. И Ван Двин сейчас могут тут и остаться. Пробивает Ларри. Ларри упал без байбека. Но там еще будет минус по гадлайку. Минус Мункуш. И стрик из 10 фрагов был потерян. И 2 коголды себе забирают в копилку. Очку парни из команды драконов, при том, что очень много бабла в карман для гирокоптера на бензин. Но опять-таки, две линии у команды драконов уже упали. И как бы на секундочку здесь беда у них происходит на экране. Понимают парни, что очень нужен Рошанчик. Рошанчик у нас под номером 3, поэтому есть рефреш, есть баннер, есть Аегис. Понятное дело, прыгает Тетчис, но прыгает мимо, уворачивается с Рошпита в Анвины. Долбят в это время нормально парнишу на Лешев. Но Лешев пока это впитал и запускает свои воспламенения по оппоненту. Выбивает респекта, он упал, возрождается ВРК, но Рыжий далеко у нас пока от команды, потому что Рыжий находится, ну точнее ТПшится аж на аванпост, который находится на иншах. Сон от Наги, чтобы отойти и перезанять позицию. У Наги есть Аганим Шар, поэтому работает регенерация 5% хп в секунду. Во время сна Мункуша уже рядышком, Мункуша уже здесь. Байбеки смотрим. Байбеки — это максимально важно. Один байбек у команды драконов, этого будет очень мало. Если сейчас вот драконы на фидунька, то тогда можно и катку проиграть, тогда можно все это дело слить очень быстро. Поэтому нужно быть максимально сейвовым. В это время у нас через иллюзии проверяют, где находится оппонент. Там еще есть минное поле, где бафуют, пробивают в тюрьме Лешего. Лешего надо бы спасать. Ракета влетает, но на лотусе. Ракета влетает обратно по мипошке. Мипошку проставили, подкатывает Тайдхантер. Очень борзо прыгает Тайдука, ловит кекс, лагуну и так далее в себя. Пока впитывает под блокинбаром дэмэдж от Лины, но Лина делает больно. Лина! Не отпускают Тайдхантера на удар. Ему осталось хп, но, к сожалению, он выживает. Прыгает Тетчис, накидывает дэмэдж, подбивает в это время Рыжую. Рыжая минус, Рыжая помрет. Рыжая упала с байбеком. Ну, вопрос, выкупаться и помогать своей команде на Рошане или все-таки ждать и терять Рошана прямо сейчас? Подкатывают на Лешего. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, хорош. Unbelievable на экране. Еще один фраг для драконов. Драконы рекомбэкают игру. Да, у них двух линий нет, но, в принципе, у них есть чем эти линии отпушивать. Ну и вот так вот, имеет 19 капель фарма, Аегис, баннер и рефреш, точнее баннер не поставили на линию центральную. Они нападают на базу оппонента, взрывается ревет, подкатывает демаш, покрывает там пока что Лину. У Лины проблема, Лина теряет свой Аегис, возрождается. И, кстати, у Лины БКБшка есть, поэтому можно драться спокойно сейчас файт. Пожимается сон в это время от Наги, но там блэкенбарные герои летят в погоню за драконами даже во время сна. Засыпают, просыпаются и просыпаются под самыми киксами и так далее. Подкатывает снова Клауд, разгоняется Primal Beast, пошел топтать нормально. Тут
планирует Primal Beast, долбит этого по итогу рыжую. Рыжая пока выгребает, рыжая не упала или упала, падает рыжая, выкупаются все, кто может выкупаться. У команды Клим Саныч, и только три героя остаются на дефе базы, но все три героя, что остаются, это кор герои. Падает в это время Нага, Нага падает с байбеком, у Наги нет бабло на Тервела, поэтому выкупаться смысла нет, но и мега крипы опять у нас происходит в матче. Охренеть, это какая карта уже? Это шестая за день карта, по-моему, которую я смотрю, которую я записываю, и тут опять происходят мега крипы. Что ж такое? Постоянно мега крипы. Ну, наверное, букмекер ставки уже на такое не принимает. Наверное, на мегасов не поставишь. Кстати, кому интересно, есть бесплатные VIP-прогнозы у меня в Телеграме, TexasBet. Сегодня у нас зашло 15 прогнозов, и только 2 было неудачных. Поэтому подпишись в телегу, бесплатные VIP-прогнозы по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Сложновато против мегасом команде Клим Саныч. 32к перефарма уже имеется у драконов. Там тем временем намечается файт. Подкатывает у нас дэмэдж по мид-пошке. Взрывает Гира. Гира падает без байбека, кстати. И теперь в меньшинстве будут парни из команды драконов. Вопрос, а будут ли они в меньшинстве пытаться заканчивать или просто полторы минуты будут ждать суппорта? Думаю, вариант номер 2. Будут ждать суппорта. А или не будут ждать суппорта, потому что намечается драка после сна. Нападает на Тини. Тини разрывает. Тини упал. Упал Тини без байбека. Байбеки давайте поставим вот так вот табличкой, чтобы было понятно. Байбеком 0 у команды Климов. Поэтому ванвины умирают. И если умирают, то скорее всего умирают с конечной навсегда. Но они так-то неплохо отбиваются. Убивают Ларри, убивают Миру. Но там крипы ломают трон. Крипы знают, что нужно делать. В это время телепортация сбивается в сторону вражеского персонажа. И там, кстати, кромсает Рыжуха. Рыжуха будет получать рембуха или нет. Пытаясь пока уйти от агрессии оппонента. Пробивают, долбят нормально здесь пока что Лешего. Леша нажигает по Ятору, Ятору минус, но Ятору минус с байбеком. Пробивают Лешерака. Лешерак упал до минуса от крипы. Крипы ломают трон, не ломают трон. Там пока Тайдхантер справляется с тем, чтобы его отдефать. Пытается коллапс пока перехватить рыжую. Рыжая очень битая. Отступает под базу. Коллапс уже рядышком. Коллапс у нас готов ее найти. Но рыжая там пока мантит на виндране. Убегает сквозь данный файт. Коллапс сканирует, прыгает на КГшку, но не нашел все еще ВРку. ВРку не пускают на базу. У нее нет ТП, поэтому ей надо хотя бы дойти до базы и порегениться. Но об это время разваливается уже Т4 вышки. Прожимается у нас глиф на трон. ВРК пытается добежать до базы, чтобы подрегениться. КПшки всего 1000. Есть пика на подсейв, но там демонтируется трон. Лишь 2 героя живы у команды ванмин. И команда драконов камбэкает. Хоть и 2 линии было уничтожено у драконов, они тем не менее камбэкнули эту карту и все-таки забирают себе первую. Матч Best of 2, вторая карта будет уже скоро. Ну, а пока у нас вторая карта еще не началась, давайте быстренько посмотрим, что у нас в этом матче вышло по статистике, по параметрам. Вот так вот оно получилось. 45к дэмэджа выдает у нас в этом матче ВРК. Старалась, потела, но чутка не хватило. Вторая карта прям сразу, поэтому никуда не отходите. Вот она и вторая карта между Клим Саныч и командой Спирит. И у нас снова в драфте ВРК. Но в этот раз ВРК залетает на позицию керри для Ятору. Наминает немного респекта, обмазывает ее чернилами. Пытается дэмэджа подвести. Кстати, ВРК на прошлой карте дала у нас дэмэдж прям отличный. 42 тысячи дэмэджа было от мидовой ВРК. Посмотрим, во сколько раз или насколько у нас будет успешнее ВРК в этом противостоянии. Кстати, на верхней линии тоже начинается агрессия, но там пока набивает дэмэдж по мипошке, мипошке проблемы, и Перс Влад зарабатывает себе клауд. Тем временем вот такой кайфовый бонус себе подзабирают молодые люди. В это время Ятору отстреливает немножко тут дэмэджа по клауду. Клауду наминают, клауду разминают, но клауду так легко не уничтожить. Ну и пока что этот парниша будет жить. Как мы видим, в этот раз он не помирает. В центре взрывается ЕМПХ прям под ногами у Ларри. Ларри там немножко подзорвали, немножко дэмэджа подвнесли, ману все отобрали. Неприятно стать линию, конечно, на инике против инвокера. Постоянно забирается мана, а Тини мана все-таки очень важна. Откидывается хаммерком в это время Мунхуш, пытается дать немножко пространства для респекта, но респект все-таки помирает. В данной ситуации не получается сбежать из данного фрага, из данного файта его шатали. Кстати, я немножко ошибся, это что у нас получается Мункуши был просто карту на ВРК, поэтому это у нас дважды керри ВРК подлетает. Старфолы спускают на миру, там пока наминает дэмэджа респект, в это время у нас сверху тоже происходит событие, а сверху динай! Хорош, убивается мипошка у крипочков. Не позволяет фраг забрать оппоненту. Стаков делают очень много парней, кстати, по итогу. У нас там будет очень все вкусно фармиться с Ванякой. С Ваняка любители, когда ему делают стаки. Поэтому тут по кайфу все получается. Но вообще у Свена игра весьма проблемная, потому что там и краш ему мешает, и мизарморить его тут будут, и свап есть винги на подсейв, либо Свена отсвапать, и подвязка гримстроука, и шеклс, и тос. Короче, максимально сложная катка для Свена. Вот тут нужно прям запотеть, чтобы такую катку потащить. Снизу наминают коллапс, подкатывает Мункуша в агрессию за оппонента, пытается его поймать. Краш, баш, еще удар полетел старфоном сверху. Очень котанный, очень битый. И падает респект. А вот, кстати, у коллапса, походу, все нормально. Или нет, есть баш. Срабатывает еще и станут винги. Отличное смещение от Ярослава. Мипошка оказался своевременно там, где надо. Чира.
встречает пока своего оппонента, но в него сразу срабатывает два стана. Правда, Свиден пока вручает при помощи Disruption. Эру полетел, но Эру подлетает не точно. ЕПК не, влетает, но не точное было торнадо. Номинает демедж по Ларри. Ларри пока пытается увернуться из файта, пытается пока уйти на ноге своей. Ну и пока топает, утопывает с данного замеса, решил тут он долго не оставаться. Итого у нас 2-4 на экране. ПТ-шку себе приобретает тем временем мистер на Тине. Подкатывает Тине в агрессию на вражеского мидера. Мидера кромсают. Unbelievable на экране. Вырубает Чиру тем временем. Смещается Свиден Стронг. Есть в это время связка, подвязка. Запускает демедж на Ларри. Ларри там пока продалбливает, надалбливает вроде бы неплохо. Подрубается форма от Бункуш. Бункуш готов ли нападать? Вот в чем вопрос. Разгоняется в это время по замесу Клауд. Пытается демедж подраздать на Ларри. Ларри пока у нас там был затоптан и уничтожен. Подрубается фокус файр. Наваливает Клауда. Клауд там страдает, будет умирать. Это будет минус по этому персонажу. Бунзай. Еще один фраг готов для Яторо. О, приветики, дорогочки, что мы тут делаем? А мы тут фармим? Нет, мы тут больше не фармим, сказали мы парни из команды Spirit и забирают себе фраг, вырубают Мункуши. В это время в центре Атору там осторожно по краешку леса перемещается и отправляется дальше фармить. Это будет Глейпнир для ВРки поначалу. Выход сверху, там пока пошел Бобер, Бобур Курва покусывает, Бобур Курва подгрызает, открывает демеж с видом Стронга, выгребает данный парень в таверну прямым рейсом. Прямо сейчас его уничтожили, прямо сейчас его поломали. И вот такой кайфовый бонус себе подзарабатывают данные молодые люди. Подрубается ГДС от Свиняки тем временем. Будет там пока Свиняка себе кемпы фармить. Зафармливает побольше, побольше для себя. Пролетает стрела сквозь данный файт. Наминает демеджа по Мипошке. Мипошка тут тоже выгребает прям в таверну. Еще один фраг готов. Но Свиняка там мега кемпы фармит для себя. Очень много бабок. Ну, камбэк ему нужен. Яторо в опасности. За ним пошел выход. Долбят его нормально. Вдалбливает бедную рыжую вниз головой. И прям... задолбили ее до конца. К сожалению, смерть героя команды Spirit происходит на экране. Яторо, кстати, и прошлую карту понашибался, понумерал много. И сейчас тоже начинает умирать. Не прикольно. Кстати, у нас, возможно, будет продолжение агрессии. Подрубается МСЛ, Винга. Нет, ничего не продолжается. Ничего больше не будет. Вылазка, кстати, Клауда можно поймать. Баш краш, и под Винксвеллом влетают парни. Подрубается Бледмейл, но плевать на Бледмейл, потому что демеджа так много он не вернет. Клауда поломали, доломали. Минус тройка команды One Win. Торнейдо пролетает свой заданный файт. Свап полетел при подвышку, засвапывает инвокера. Очень как-то глупо он подставился. Есть подвязка в это время. У нас сейчас еще и от Мирю есть под цель дизрапшеном, но ломают инвокера. Инвокер сам ошибся, и за это был наказан. А еще и наказали его тиммейта за его оплошность. Не прикольно получается. Смещается Ларри в погоне за оппонентом, подкатывает на респекта. Респекта пытается поймать. Если по комбинации есть парочку плюханций у нас по респекту. Респекта поломали. Респекта уничтожили. Это минус. Это 12 на экране. Продувочная пошла под Свиден Стронгу, спускает там пока стан своими бошками, подкатывает Ларри, запускает тос комбинацию и просто в космос улетает Свиден Стронг. Там еще вкатывается демедж на Чиру, Чиру тут тоже пытается поломать. Есть, понимаю, там также дополнительных парочка ударов, там надо откидывается Чира, пытается как раз уйти за замеса. Есть кинг-спри на табло, и это минус Чира, и Unbelievable готов. При этом у нас, возможно, там еще будет какое-то продолжение идти, не? Не, там все в порядке. Под центр, кстати, Чиру могут поймать. Ай, прыгает хорошо, напрыгивает Ларри, накоет этого противника, пробивает бедного Карла. У Карла, наверное, на табло. Что сад получается, еще один минус себе подрабатывают молодые человеки. Смог атака от команды One Win. Они вылетают в агрессию на Яторо, запускают станады ЕМПшка, снимают все баф, которые были у Яторо. Яторо затоптали беднягу, это будет минус. Вот такой вот кайфовый фраг у нас происходит на экране. Вот так вот по кайфу его тут смогли ухандохать. Как мы видим, и опять рыжий в таверне. Вторая смерть для рыжей в этом матче. Подрубается врыв от Слардара, но ЕМПка снимает ему на пару торнадо все его бонусы. Подъезжает дебаф этот ремень инвокера, запускает стрелу, продолбили немножко тут у нас ВР-ку. Пошел подвязочный комбинейшн, но там есть Свиден Стронг на подсейве, набивает демеджа на коллапс. Коллапс мне приятно, минус коллапс, все время падает Чира, хорошо получается. Есть там дальнейшие у нас прыжочки на экране. Подрубает демедж по Ларри, Ларри пока выскакивает, напрыгивает дальше, набивает демеджа, пробивает Свена. Мункуши на полете Супермена пролетает сквозь данный файт и вдалбливает демеджа по оппоненту. Наваливают демеджа Мункуши, Мункуши будет там потихоньку отваливаться, по всей видимости, сейчас после этого дизрапшена. Есть тос комбинация. Это будет минус без байбека. Возрождается ВРК. ВРК у нас опять на фул хп готова драться. Накидывает демеджа, подвязывает, пробивает Свиден Стронга. Насаживает ВРК на шампур. Хороший выстрел Шеклса был вкастован. Есть Глэпнир по двум героям. Прям во время разгона стопают агрессию от Праймал Биста. И отлично все сделали на раскайтере здесь демеджа парни из команды Spirit. И смогли сделать по сути минус 5. Да, это минус 5. Это полное вытирание команды из 5 мужчин.
Еще одна вылазка в смоках от клана драконов, которая снова увенчалась успехом, падает с Виденстронг. Конечно, хотелось бы большего, хотелось бы кого-то еще убить. Там поглубже залетает парниша на Мире. Мира успел, да ладно, лол, он стопнул разгон по правильному бинсту. Бинста накрывают, у него БКБшка есть, но БКБ нажимает уже, когда потерял очень много хп, но вроде бы его не убивает. Хотя Лари провожает, Лари душит, Лари насыпает эвеланджа, просрабатывает стан, есть стрела, и пробили камушек прямо в лицо стрелой. Подъезжает Санстрайк, слишком далеко у нас залетал Лари, за что будет наказан или не будет он наказан, походу убьют его здесь. Это фраг, ну и вот такой там минус пошел. Но в это время падает Мунгуши. Это тильт. Врыв пошел, врыв пришел. Нашли зверя, зверь пока выгребает. Зверь остается на буквально одной тычке. Ну, БКП жать можно, конечно, но КПшки так мало, что шансы уйти крайне малы. И у него уйти не получается, поэтому, наверное, лучше в байбек. А, не, байбека нет, ну ладно, тогда пофиг. Какой же бомж у нас на инвокере, просто жуть какая-то. У него нетворс ниже, чем у Гримстроука. Ну это печаль. Это тильт. Там я вижу врыв, там я вижу врыв. Там происходит врыв на желтого, желтого жахнули. Минус респект, тем временем поломали Миранку у нас. Прямо во время ТОС он умирает. Кстати, Рошан 2 минуты, поэтому ждем, когда уже он появится. И тогда уже драконы могут думать над завершением данной карты. И, кстати, первую они уже взяли, поэтому это может быть 2-0. Смок атака от Ван Вин, возможно, это смок последней надежды. Нападает на зверя, зверя порабили на фулл хп, нужно опять его спасать каким-то образом. Его пока выручает дизрамп, выкатывает Свен на ГДС, пошел кромсать Лари, пытается разбить его на щебенку, но камень не рассыпается, гора была слишком крепка. Вдавливает Миру, Мира падает, Мира без байбека, падает Клауд и Респект, падает оба с байбеками, хотя нет, Мира нататит золото и Сонстройк. Был максимально хорош, красиво влетает данный дэмэдж на экране, надамаживает дэмэджа, пробивает Мункуши, Мункуши пытается пока отгрызать дэмэджа по Ятору, Ятор пока поворачивается и не подставляется, набивает Чиру, Чиру упал, так Кевин Сприт дабл килл на табло, подвязка полетела, подцепили в это время на спарнишках как раз таки на свиняке, свиняку раскачивают, настреливает Верка, трипл килл для Лари, влетает прямо сейчас и не успели сбить ТП-шку с Виденстронгу. Аегис в кармане у драконов. Дракон готовы идти и заканчивать данную карту своим успехом. Запускается на страйк, отгоняется зверь по экрану. Пошли долбить, наваливают дэмэджа, разваливает Мункуши. Как же было ему больно, он падает без байбека. Good game, well played, 2-0. Победа команды драконов. Ну, ВРка сегодня хороша. Да, конечно, ВРка проиграла прошлую карту, но все-таки хоть и проиграл, но он прям старался на ВРке, поэтому вот в этом матче, в этой серии я ставлю лайк ВРке. Надеюсь, вы тоже лайк поставили. Огромное спасибо за каждому, кто поставил палец вверх. Не забывайте подписаться, чтобы не пропускать новые ролики на канале. У нас пока идет Dream League, выходит каждый день много хайлайтов вот в таком формате. Надеюсь, вам будет интересно. Ну и итоговая статистика у вас на экране. Всем хорошего дня, вечера, хороших каток, приятного просмотра. Надеюсь, что кто-то из вас засыпает под данные ролики.